мы сейчас с вами идем в доходный дом Родского-Рожного на Итальянской улице. Это пересечение Итальянской и Садовой улицы. Там парадная есть знаменитая очень. Здание является образцом в стиле эклектика. Было возведено в 1883 году на одном из самых престижных участков Санкт-Петербурга. Ну и входит, кстати, этот дом входит в топ десятки самых красивых подъездов Санкт-Петербурга. Вон какие красивые девчонки тут гуляют. Это Питер, детка. Я думаю, что это вот тот дом. И вот она парадная. Вот это. Потому что это отчетная сторона. А, 21. Странно. Но попробуем понять. Итальянская 10. Садовая. Итальянская 21. Вот это итальянская 21. И вот это парадная, по всей видимости. Смотрите, какая интересная, какой интересный подъезд. В этом подъезде? А? Да, это она. Наверху, смотри, видишь, какие? Телефон достань, надо будет пофотографировать, я сейчас видео сниму. И в этом подъезде очень интересная, очень красивая сама чугунная решетка. Вот она. Вход в подъезд, кстати, открыт. Вход в подъезд свободный. Шикарный подъезд. Смотрите, какая решетка интересная. Давай поднимемся на самый верх. А оттуда я возьму фотоаппарат и тебя пофотографирую. На самом деле, здесь раньше были все окна. Это как оно называется? Мозаика, да. Пассаж отель. Потолки высокие, метра по 4, наверное. Ну, представь, вот оттуда, да, вот оттуда до сюда этаж. Удивительная решетка просто, да? Давай поменяемся. Вот эти вот. Балясины. Статуи это вот? А, не знаю даже. Сатуи.
такая красота. Еще вот здесь немного ремонта сделать. Да, вообще шикарно. Вот, кажется, появилось. Кстати, да, плитки. Плитки еще красивые. Вот плитки. Ну, да, скажу. Вообще лучше? Кто тайный подъезд мы не пойдем. Хотя там есть что-то интересное. Как красиво. Вот мы выходим из подъезда, вот оставшиеся вот эти вот кафельные плитки стоят вообще. Вот так мы с вами сходили, посмотрели один из самых красивых подъездов именно по литью лестничных перил. Голова без волос, холодно. А? Елисейский магазин. Театр комедии. Прогулка по крышам.